В Одессе передавай привет дяде Сёме, что сотню лет живет в доме напротив стадиона. Спроси его, он помнит множество славных историй о том, как атаковал в былые годы черноморец. Он по-любому тебе расскажет, как гулял народ, когда брали кубок страны в 92-м. Расскажет об авторе решающего в тот день гола, ведь капитаном моряков гордился весь город. Вот на левом фланге он начинает движение, партнеры открываются, трибуны в напряжении. Правая нога для танцев, ну и пусть, я узато левый. Он не глядя подкует моллюска, словно Ильфа и Петрова, читая игру. Он направляет паруса команды строго по ветру. Ау, скажет любой за всю Одессу, Цили респектует не только молдаванка и пересы. Но никто уже не развеет тоску над полем, резанным ударом с 25 метров, как в сталь. Дело к дождю, ноги сводит от боли. Где ты теперь, Илья Цимбаларь? Где ты теперь, Илья Цимбаларь? Другие расстояния, ритмы и погода, особенно после спокойного южного города. Но это мелочи, ведь ты станешь наверняка одним из лучших в золотом составе Спартака. Четвертый номер на спине, на груди ромб. Спонсором команды был в те годы уренгой Газпром. Хотя, конечно, большинство из нас вспомнит о край. Сентябрь, Лигу чемпионов, дождик в Лужниках. Первая половина позади, ведет Реал. Но атмосфера такова, что проиграть не вариант. Олег Иванович уже начал вторую пачку. Необходимо забивать, так или иначе. Атака сорвана, свисток, Робсон на газоне. Это штрафной удар, и у мяча четвертый номер. Стенка не дрогнула, но боженька, поверь, не даром награждает одного из ста таким ударом. Я помню каждое мгновение тех давних событий, как аплодировал в эфире Владимир Никитич. И как уже даже ему не хватало слов, когда под занавес атаку замыкал Егор Титов. Но никто уже не развеет тоску над полем, резанным ударом с 25 метров, как в сталь. Дело к дождю, и ноги сводит от боли. Где ты теперь, Илья Цимбаларь? Где ты теперь, Илья Цимбаларь? Как говорится, ты хорош, пока ты хорош, но даже лучшие из лучших порою идут под нож. Игрочок играет, тренирует тренер, но кто есть кто, ведь обязательно покажет время. Наверное, часто снится, как выходишь на поле, хочется снова ощутить себя в этой роли. Ну а мы ведь никогда не забудем тот пас, твой голевой прощальный подарок на Stade de France. Ведь никто уже не развеет тоску над полем, резанным ударом с 25 метров, как в сталь. Дело к дождю, и ноги сводит от боли. Где ты теперь, Илья Цимбаларь? Где ты теперь, Илья Цимбаларь? И никто уже не развеет тоску над полем, резанным ударом с 25 метров, как в сталь. Сводит от боли. Где ты теперь, Илья Цимбаларь? Где ты теперь?